Друзья, всем привет! Сегодня хочу ответить на вопрос, ну и рассказать так более-менее подробно, чем я ремонтирую, скажем так, и шпатлюю ульи ППС, ППУ. Вот помните, снимал я видео, у меня здесь были такая канавка прогрызена пчелой. Ну вот, не своевременно я открыл литки, расширил литки, поэтому вот пчелки прогрызли. И, ну, мне задали вопрос, чем я вот шпатлюю. Ну, покажу, расскажу. Значит, до этого я использовал, есть такая специальная шпатлевка импортная. Сейчас вы увидите ее, вот фотографию тюбика. Значит, такая шпатлевка. Покупал я ее несколько лет назад, стоила в районе, по-моему, 700 рублей. Пролежала она у меня, по сути, пару лет без дела, после чего напрочь затвердела, стала непригодной, короче, испортилась. И в этом году хотел я найти ее, искал. В цене она никаким образом не подешевела, также и стоит в районе 700 рублей. Ты решил найти какой-нибудь аналог. Все-таки живем в 21 веке. Неужели, я думаю, в наших строительных магазинах нет чего-то подобного, дешевого, да, какого-то аналога. Ну, вот здесь вот тоже вот было подгрызено немножко, вот тоже замазал, как видите, держится, все в порядке. Ну вот, искал, и, собственно говоря, нашел. Вот такой вот клей-шпатлевка для ПТТТТ, акриловый, белый, пенополистирол, полиуретан. Значит, в принципе, это как бы клей для различных декоративных элементов. Но посмотрел я еще, вот, надеюсь, будет видно строчка. Вот, может применяться в качестве высококачественной шпатлевки. Ну вот, купил на пробу, думаю, посмотрю, что чего и как. Стоит всего 90 рублей. Сделал, в принципе, нравится, все держится. Его также можно спокойно красить, покрывать различной краской в дальнейшем. То есть вот такая вот штука. Лучше, чем... Вот, ну, пока... Ну, точнее, даже не лучше. Ну, вот по сравнению с этим дорогим тюбиком импортным, разницы никакой не вижу. Также дождь, также солнце, она не отлупливается, все нормально держится. Такая же по вязкости. В общем, все пока нормально. Вот таким вот способом, такой шпатлевкой я пользуюсь. 90 рублей, согласитесь, намного лучше, чем платить 700 рублей за тюбик, который вам не каждый день нужен. И в лучшем случае, дай бог, там раз-два им будете пользоваться. Вот такие вот дела. Всем удачи. Пока-пока.